Все бедные, вот я вам сейчас максимум опущу на голову, все бедные, потому и бедные, что они никому ничего не дают. Большинство из них, по крайней мере. У некоторых бедность – это как дар Божий. Ну, бедный, как святой, ничего не боится. А есть множество бедняков, которые потому и бедные, что они жадные, им нельзя быть богатыми. У них воровские души, души жадин и завистников. Кто об этом скажет, тому приз весом в килограмм. Потому что молчат об этом, все молчат по телевизору об этом. Никто не говорит, что бедный не зря бедный, кстати, а богатый не зря богатый. Там есть хитрые вещи всякие. Поэтому милостыня, она вообще живыми нас делает. Вы жить будете, когда вы начнете помогать людям. Просто оживете, расцветете. Да вам Бог столько насыпет, что вы унести не сможете. За милостыню. И молитву вашу услышит, и грехи простит. Она вообще мир животворит, милостыня. Поэтому даже не сомневайтесь. Если бы мне дали 2 часа прямой речи, как бы я вам не успел рассказать даже 5% того, что такое милостыня и каковы ее плоды. Но сказанного да будет довольно на сегодня.